Устроено. Анна Цинту. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хотела узнать, какие практики можно сделать беременной женщине с радостью. Все, кроме дыхательных. Я с радостью прослушала ваши советы. Почти 2 года назад слушала некоторые вебинары. Вы рассказали, как что можно делать для беременности. Прошла успешно. Ребенок красивый, здоровый родился. Поискала в архиве, никак не могу найти эту тему. Эта тема называлась у нас, «Очарование партнера». Первая и вторая часть. Купите себе этот семинар, там все есть о том, как выносить ребенка и так далее. Могу сказать, чтобы ребенок был красивым, можно приобрести картиночку очень красивого ребенка, особенно советую маленького Кришну, допустим, там очень красивая картинка ребенка, и возжигать рядом с такой картиночкой палочку ароматическую и читать мантру. Смотрите, если вы хотите, чтобы родился ребенок богатым, то тогда возжигать палочку рядом с Ганешей. Если хотите, чтобы девочкой, знаете, что девочки, хотите, чтобы везучий, богатый, Лакшми. А если хотите, чтобы ребенок имел очень красивый внешний вид и очень нравился людям, то обязательно Кришну. Мантра Лакшми, Ом Шри Кали, мантра Лакшми, какую-нибудь там, Ом Хрим Шрим Намах, мантра Ганеши, Ом Гам Ганапатайе Намаха, мантра Кришне, Кришна Кришна Хари Хари, Рама Рама Хари Хари. И читайте там какое-то количество раз мантру. Также можно положить картинку Кришны, Лакшми и Ганеши под подушку себе, где вы спите, тогда ребенок родится и красивым, и богатым, и успешным, еще и таким быстрым, проворным, веселым.